Всем большой привет! Сегодня будем красить пасхальные яйца необычным способом – на пару. Используя всего 3 красителя, мы окрасим яйца во все цвета радуги и получим просто космические яйца. Приятного просмотра! Наливаем в старенькую кастрюлю немного чистой воды. Доводим ее до кипения. Ставим на кастрюлю сито или дуршлаг из нержавейки и выкладываем туда вареные горячие яйца. Варить их нужно непосредственно перед окрашиванием. Дальше берем 9% столовый уксус. Для удобства наливаем его в бутылочку с распылителем и сбрызгиваем уксусом яйца. Сверху посыпаем одним из красителей, например, красным. Накрываем яйца крышкой и выдерживаем 2 минуты. Затем снова опрыскиваем все яйца уксусом и посыпаем другим красителем, в данном случае желтым. Также накрываем крышкой и ждем 2 минуты. Потом снова уксус и третий синий краситель. Так будем повторять, пока не покрасим яйца со всех сторон. Для этого их периодически переворачиваем и в произвольном порядке посыпаем красителем и поливаем уксусом. Можно использовать и больше цветов, но в этом нет особой необходимости. Поскольку красный, синий и желтый цвета при смешении в разных пропорциях дают различные цвета и оттенки. Когда яйца станут такими, как вам нравится, опускаем их в холодную воду, смываем лишний краситель, обсушиваем бумажными полотенцами. И смазываем для придания блеска подсолнечным маслом. Вот и все. Космические пасхальные яйца на пару готовы. Если вам понравился мой способ окрашивания яиц, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.